Нашумевшая, облетевшая весь мир фотография водружения Знамени Победы над Рейхстагом имеет интересную историю. На крыше здания полуразрушенного нацистского парламента запечатлены советские военнослужащие, один из которых – солдат Красной Армии Абдулхаким Исмаилов. На фотографии он посередине держит за ноги другого солдата, который демонстрирует флаг. По словам Алима Атарчиева, потомка Абдулхакима Исмаилова и аспиранта Казанского университета, в ночь с 30 апреля на 1 мая шел штурм Рейхстага. И одной из групп, которая занималась наступлением, была группа Абдулхакима Исмаилова. 2 мая военный корреспондент Евгений Халдей прибыл на место событий, сделав фотоснимки в тот момент, когда уже закончились уличные бои и Берлин был полностью занят советскими войсками. После обнародования фотография стала одной из самых популярных в мировой истории. Абдулхаким Исакович прожил до 2010 года, вот умер 12 лет назад. Ему дали Герой России. У нас в селе просто не все верили тому, что это он действительно держит этого солдата на этой фотографии, потому что фотография шла в обрезанном виде. Там был только человек, который вот машет флагом, и руки, которые держат его снизу. И в 95 году на канале «Россия-1» было шоу, на которое пригласили одного из его сослуживцев, который сказал, да, это действительно фотка Халдея, это я, это вот мои сослуживцы. И в 96 году ему присвоили Героя России за его подвиг. Абдулхаким Исмаилов, уроженец Республики Дагестан, служил в Красной Армии с декабря 1939 года. Участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 года в составе 147-го стрелкового полка. За годы войны Абдулхаким Исакович был 5 раз ранен, но каждый раз возвращался в строй. В историю навсегда вошел снимок, на котором вместе с боевыми товарищами запечатлен советский военнослужащий Абдулхаким Исмаилов. И этот факт навеки останется нашим достоянием. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.